Всем привет, меня зовут Наталья Невзорова. Только что мне пришел заказ. Здесь есть заказы клиентов и есть заказы, то, что я заказала для себя, для обзоров. Ну вот давайте сейчас быстренько рассмотрим, что есть в этой коробке. Итак, средство для интимной гигиены. Это средство идет... Это средство содержит экстракт орхидеи, которое успокаивает кожу и содержит еще витамины. Также заказано еще одно средство для интимной гигиены. Оно тоже очищающее, как и с экстрактом орхидеи, только добавлено слово «мягкое очищающее». И защищает кожу интимных зон от сухости и дискомфорта. Вот это средство содержит экстракт алоэ вера. Я скажу, что между двумя этими средствами я не вижу большой разницы. Какие-то, может быть, есть ощущение комфорта, более там, да, например, от одного или другого средства, но я большой разницы не ощущаю. Также в этом заказе у меня заказаны гели для душа. Эти гели для душа уже были когда-то представлены в каталоге. Я заказала всех по одной штуке. Потом сделаю на них отдельный обзор. Еще один гель. Так, 4 геля. Как-то внезапно закончилось все мыло. Показала несколько кусков сразу. Это достаточно бюджетное мыло. Я бы ему в линейке мыла дала бы предпоследнее место, потому что оно не очень хорошо лежит в мыльнице. То есть вот во влажной мыльнице их это мыло класть не рекомендую, потому что оно растекается. Но так вообще мыло очень классное. Мне нравится, что оно белое, с таким очень знакомым с детства ароматом банного мыла. Ну и то, что оно достаточно по цене невелико, поэтому их лучше, вот эти мыла, хранить в открытых мыльницах, в решетках, то есть которые проветриваются со всех сторон. То есть если вы в закрытую положите, то это мыло растекается. Будьте аккуратны. Клиенты заказали мне вот такой крем для лица с ягодами годжи для сухой кожи. Я такими кремами не пользуюсь. Но это такой бюджетный крем из серии Love Nature. Такой, так скажем, дежурный вариант или у тех, у кого нет возможности приобрести более дорогие средства. Одна из клиенток заказала стик, корректор для лица. Очень хотела заказать из серии Very Me. Такой был зелененьким колпачком. Но вот они сейчас сняты с продажи. Вот она взяла для себя, по-моему, светлый тон. Легкий ивори, да, слоновая кость. 13 номер. Ну, на это средство я уже делала обзор. И вот все, что здесь вы видите, это все заказано для обзора. То есть я буду делать обзор на румяна из серии On Color, на пудру из этой же серии. Пудра представлена в трех оттенках. На тушь я уже делала обзор. Тушь эту, она идет под заказ. И вот очень-очень много помады. А это вот я заказала как продукт местоплаты за доставку, бальзам для губ. Потому что он обычно пользуется спросом всегда. Как обычно, приходят здесь материалы печатные, пакеты. Все, вот такой небольшой заказ у меня пришел. Сейчас ждите обзоров. С вами была Наталья Невзорова. Если вам было полезным это видео, нажимайте кнопку «Мне нравится», делитесь им со своими друзьями в социальных сетях. Всем до новых встреч!